Фермерское хозяйство «Колхозник» при поддержке правительства Брянской области начинает реализацию собственного продукта через сеть автоматизированных комплексов по продаже молока. Николай Денин посетил несколько молокоматов на улице Брянска, где встретился с представителями фермерского хозяйства и пообщался с покупателями. Приобретено чешское оборудование с немецким наполнением. Готово работать во всех климатических условиях нашей области. Загрузка молока ежедневно происходит. Молоко пастеризованное, 2 бака по 400 литров. Каждые сутки меняются. Молокомат делится на две половины. В одной можно приобрести тару, если покупатель не имеет своей. Во втором отделении находится пост выдачи молока. Молоко продается по так называемой депозитной системе. Кладете деньги на депозит, без разницы, это 5-10 копеек до бесконечности. Цена за литр 40 рублей. Грубо говоря, сколько денег уже положили, столько молока и выдали. Следующие 2 недели у молокоматов будут находиться операторы этих комплексов. Они помогут покупателям разобраться в технической новинке. Уже сегодня наблюдается очередь за молоком фермерского хозяйства. Я думаю, что будет востребовано, но это должны вот покупатели сказать. Мы создадим условия, чтобы вот такие руководители предприятий напрямую реализовывали покупателю молоко. Видно, кому можно предъявить, если вдруг что-то случилось, и претензии. К 1 июня планируется запустить все 8 молокоматов и торжественно объявить о запуске социального проекта. А в течение 2014 года расширить сеть на территории Брянска. Артемий Маркелов, Ярослав Кулаков, события Брянск.